Поход в ресторан или кафе стал настоящим событием, которого все так долго ждали. После снятия строгих ограничений, наконец, появилась возможность посидеть за чашкой кофе в уютном заведении. Кофейня «Прайм» открыла свои двери для гостей после долгого перерыва в связи с пандемией. Заведение работает в прежнем режиме с соблюдением мер эпидемиологической предосторожности. Все очень рады, что мы открылись. И вот в связи с этим мне как раз хотелось еще обратиться к нашим гостям. Сами понимают нашу обстановку. То есть, чтобы не было нам нареканий со стороны администрации, соблюдать дистанцию, мы все разметили. Есть антисептики, салфетки. Видеонаблюдение мы подключили, то есть за нами также смотрят. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы у нас было безопасно. Обязательное условие посещения кофейни – маска. Если ее под рукой не оказалось, все необходимые средства защиты можно взять на входе. За одним столиком могут разместиться не более 4 человек. Чтобы не создавать столпотворение, гостей, которые заглянули на бизнес-ланч, будут обслуживать в залах ресторана. Чтобы им было комфортно у нас находиться, мы приняли решение, что бизнес-ланч на все это время будет в ресторане «Прайм». Там помещений больше, там подойдет официант, гости возле кассы стоять не будут. То есть они пришли в масочке, сели за столик, масочку сняли. Проблем никаких нет. Посетителей ждут вкуснейшие торты и пирожные, пицца, салаты и супы, кофе, чай и освежающие коктейли. Деловые романтические встречи, беседы с друзьями пройдут безупречно и вкусно в кофейне «Прайм» в торговом центре «Атом», первый этаж.